Курганский мясокомбинат «Стандарт» входит в пятерку крупнейших российских производителей мясных консервов. Это одно из предприятий Уральской агропромышленной группы, холдинга с полным циклом производства базовых продуктов питания. От выращивания зерна, производства свиных голов от Курганского свиноводческого комплекса до мясопереработки и хлебопечения. Ну, Курганский мясокомбинат – это комбинат вековой истории. Мы об этом уже много говорили. На нашем комбинате работает около 430 человек. На сегодняшний день выпускаем более 200 наименований продукции, которая любима не только в Кургане, но и далеко по всем пределам нашей родины. От Владивостока до Калининграда везде представлена наша продукция. На предприятии выпускаются мясные и мясорастительные консервы, паштеты, колбасные изделия, мясные деликатесы и полуфабрикаты. Здесь производят консервы из мяса дичи, косули, кабана, лося, добытых в экологически чистых зауральских лесах. С 2012 года «Стандарт» имеет сертификат на производство продукции «Халяль». 2014 год стал началом нового периода в истории развития Курганского мясокомбината. В кратчайшие сроки была проделана огромная работа по модернизации консервного цеха. В результате он получил оборудование от зарубежных производителей, соответствующие самым строгим мировым стандартам по качеству выпускаемой продукции и объемам производства. Резервы действительно есть. Есть куда предприятию развиваться. Но тут комплексный вопрос должен решаться, где все-таки брать сырье, чтобы загрузить это предприятие на полный объем. Ну, тоже вопрос для обсуждения, в том числе и с руководителями других субъектов.